21 ноября 2021 год. Воскресный день, нет жукам покоя. Паучок. То есть стимулин 1/10 да, который, да? Стимулин это 1/10, но который номер 3, да. Да, очень мощный маркер. Знаешь, вот я его взяла, вот положила вот на ладошку, на чакру. Вот. Я ее энергию уже чувствую прям ногами, как она уже прошла по всему моему этому и уже выходит. Насколько мощная энергия? А ты говоришь, это 1/10? Да. Какая мощная пробивная сила получается у этого препарата? То есть он имеет те же самые свойства, что мы с тобой видели, только значительно сильнее. То есть он умножить на 10. Получается. А тут 10, не в 10. Ну, там есть. Здесь вообще сильно. Вот у меня концентрата плешина. Здесь получается что-то совсем одна капля на 10 миллилитров, что ли. То есть представляешь, сколько? Совсем-совсем. Ну, плюс я еще сюда добавляла травы немножечко для смягчения. Я вообще стараюсь, если как, добавлять травы разные, чтобы ну, они работали вместе. Да, невероятная сила. А почему чувствуется именно как агрессивная мощная сила? Ну, в принципе, это можно, все инсектоиды, они же очень агрессивные. Это очень, это самое агрессивное существо во Вселенной. Ну да, если они придут, большой толпой все сожрут. Сейчас, подожди сейчас. Нереально мощно. Ну оно тебя сразу чистит. Сейчас я здесь заодно. У меня вот я его поставила, да, а у меня еще поток энергетический идет через. Я прям вот выходит. Сейчас я еще посмотрю его, конечно. Мысль такая. Если у него, например, так... если там был круг, теперь круг здесь, потом вот так вот и вот так, да? То есть получается, он уплотняется каждый этот, когда чем концентрирование. Концентрация. И, нет, он не сжимается. Он просто плотность увеличивается. А если смотреть по радиусу, радиус наоборот становится еще больше. Угу. То есть они захватывают больше территорию. Конечно. Радиус больше, а плотность мощнее. Угу. Вот. То есть не рассеивается. Площадь увеличивается, но сила увеличивается. То есть здесь интересное, очень какое-то непропорциональное, да? Угу. Чем шире, тем сильнее. Вот. Вот возьми огромную стаю саранчи. Ну, маленькая, да? Например, гирька, да, 100 грамм. Да. Гирька килограмм, да. И гирька тонна. Да, вот, да, да. Здесь вот так все идет. Это 1/5. Давай, сейчас я посмотрю. Да, моща такая, что... Это у тебя маленький флакончик 10 миллилитров в руках. Я банку тебе не дала, ты не сходила. Если ты мне нальешь тазик, может, мне очистить не надо будет. Ну, наверное, от того, что оно у меня стоит в доме, оно, наверное, как-то тоже работает. Конечно. Это, знаешь, как для особо выдающихся, да? Один раз на всю жизнь чищу, да? В тазик с стимулином. Интересное вещество. Ну, концентрация ничего не добавляет, просто только объем и мощь. Ничего нового мощь, не появилось. Ничего нового, да. Сейчас я посмотрю еще, да. Потому что, знаешь что, увеличивается вибрация в разы, сама вибрация становится. Вот, скорость вращения, да? Скорость вращения.
увеличивается скорость прохождения. Это естественно, да? Чем больше и скорость, да, такая вот. И если я была вот такой, и она, да, потом, а потом она вообще, скорость увеличивается. Да. Так что еще посмотрим, потому что и от нее, знаешь, у меня вот каждую клетку прям чувствую, вот как у меня пошла. У меня, оно, знаешь, как запускает динамику, вибрационную динамику, вибрации клеток. Запускает, начала болевые, пошли вот эти вот болевые ощущения, начала чувствовать. На выходе левая нога, чакра на выходе начала прям чувствовать, где начала движение видеть. Прям вижу у себя, что у меня там. Нужно будет с ним, все-таки с этим препаратом, прям уделить ему время, отдельно поработать, посмотреть, как он влияет. Его пьют внутрь, по каплям. Пьют, наращивают, потом останавливаются, идут назад. И вот этот, который 50 разбавляется? Нет, концентрат. Прям концентрат? Капельку, прям каплю. Ну, одну каплю на язык. Нет, ты чего? Язык сольешь, да? На полстакана воды, а потом две капли. Ну, например, неделю по одной капле, потом неделю по две капли, неделю по три капли, так до шести капель доходит. А потом? Один день берет, потом идут назад. Это такой лайт-вариант, легкий. А те, кто хочет пожестче или надо быстро результат, тогда капают. Можно даже один трюк, но я думаю, что любой можно, потому что энергия все равно есть. Одна капля, потом две капли, три капли, до того сосуд, пока тебе не станет плохо. Когда тебе плохо, ты возвращаешься назад на пять капель и останавливаешься на них и капаешь вот эту вот дозу, которая вот, которая тебя начинает выгребать все из тебя. Ну, наверное, здесь она как раз и работает, наверное, с сущностями. Да. Кто или большие толпы пришли и сожрут, что хочешь. Я помню, мы с тобой вспомнили вот эту практику, которая про жучков, которые заходят, приходят. И они съедают все. Есть же еще есть же такие препараты, я же не медик, да, но есть такие препараты, есть же вот эти вот, как их назвать, полезные бактерии, когда человек попадает в организм бактерии. И эти бактерии начинают уничтожать другие бактерии. Ну, да, а потом через какое-то время, ну, как бы они умирают, ну, дают им программу на определенный период времени. Вот это, он же тоже очень мощный, получается, такой поедатель. То есть такой уничтожитель. Ну да, он нарывным способом вытаскивает все наружу. Просто когда ты придешь внутрь, оно вот иногда вот люди, у кого алкоголизм, какие-то вот эти вот, знаешь, эпилепсии, какие-то такие вот, ну, подселения, да, они когда это, они выравниваются. Депрессия у некоторых уходит. То есть какая-то, они отсекают, видимо, какие-то вот каналы или закрывают, может быть, какие-то порталы. Когда человек принимает долго, а не просто так, как попало. То есть вот эти препараты курсами хорошо. Но чистый нельзя капать на голову, категорически вообще никуда, потому что он прогрызается туда, будет только разведенный. Чистый только с водичкой, потому что как раз энергия воды нейтрализует действие. Инсектоиды что-то не любят воду-то. Так получается, что с водой их вообще нельзя принимать, что ли? Нет, с водой мы когда пьем, принимаем. А если, например, ты нанес на этот, нельзя мочить это место. Три дня, неделю. То есть нельзя день. Мочить. Ну, я же лицо вот себе сожгла. Случайно. Я тогда развязала по подкончикам. И я вот жарко было, я так себе потрогала. И у меня тут вот. И вот сейчас даже эти точки, они видны. То есть кожа сожглась, это молодая кожа, она очень чувствительная и немножечко где-то. Даже вчера мы были в бане, да, и эти места у меня до сих пор красные. Ну вот сейчас я посидела, его подольше подышала, а там уже больше информации, конечно, пошло. Где у меня, в каком месте, что есть, что где зашевелилось. Да, понимаешь? Вот мы с ним договорились, все, пока сидела. Они сказали, давай, вот сюда надо. Ну, у меня там-то паника. То есть, когда не знаешь, как они там сбежали в одно место, там у них паника. Там не пришел такой. Да. То есть, я понимала, что да, я там взбодорала.
Я теперь понимаю, почему, когда человек очень сильно, так скажем, да, как загажен, я говорю, да. Да, загажен, да, у них огромное количество всего, и когда начинаешь... Тогда начинает гомеопатический доз всегда. Почему гомеопатия вот очень сильно работает? Потому что гомеопатия, это информация идет, энергия, но ее прям капелюшка, она не убьет, но она начинает собирать, и люди собирают чемоданы, это вся зараза, собирают чемоданы, и тут идут. И надо бежать сразу. А уже когда тебя полили там огнем или кислотой, тогда они, конечно, все заразились. Да, интересно. Надо бы изучать еще подробнее. Прям на себе посмотреть. Прям хочется посмотреть на себе, как он. Ну да, вот когда с вами Даша мне его подарил, он его взял в руки, подержал и сказал, я это буду пить на голоде. Очень будет интересный эффект. Так, теперь беру концентрат. Ну да, все то же самое, только намного, еще намного, ну, естественно, сильнее. И сейчас что могу сказать, что... То есть сейчас полностью просматриваю, где у меня что есть. Ну, прям вообще вот сами могу прям просканировать, где у меня какие залежи находятся. Да дернуть тебе хорошо, например, да? Ну, да. До самодиагностики. И еще что-то у меня такое было, что я тоже там чего-то так очень с осторожностью у тебя что-то такое взяла, и у меня тоже какой-то эффект пошел. АСД ты не любишь еще? АСД у меня совсем, я его как-то вот... Ну вот это у меня я, струя бобра. Ну струя бобра это... Да, струя бобра. А это... вот АСД у меня вызывает прям вообще такое вот, мне прям вот даже его как-то вот... Я даже чувствую его гнилостный запах. Знаешь, я вот когда это же берется определенным образом, раскладывается, да, у меня атомов, субатомов, полностью здоровый мобертеленок. Полностью его совсем раскладывает в какой-то специальный такой, ну скажем, большой такой чан. И вот наверху... То есть это трупы? Ну да, получается так. А я думаю, что ж такое? У меня, знаешь, какой-то, я думаю, я вот когда его это, у меня какой-то очень мощный трупный какой-то такой неприятный запах идет. Эти самые, как я поняла, что жуки-то они так не воняют, как плоть, да, у них как-то другой, наверное, вот этот. Ну, во-первых, здесь другой состав, там вода, а здесь же спирт. То есть у тебя капельку, то есть ты спирта капельку добавляешь, спиртовые капельки, да, в стакан с водой? Нет, нет, это же когда пить. Вот эти капельки я добавляю, концентрат, специальной маленькой пипеточкой, небольшой, которая... Ну, меньше, чем обычная, да? Да, маленькая специальная пипеточка, и вот ты капаешь. Ну, и во все свои настойки, во все свои, где бы я ни делала, все, что связано ну, со спиртом, с алкоголем, я везде добавляю стимулин. Чуть-чуть, как гомеопатической дозе, чтобы он... Работа. Даже вот я покупаю спирт, я сразу туда добавляю, чтобы пока он у меня стоял, он уже наполняется этой энергией, гомеопатической дозой. А потом, когда я уже работаю с препаратом, он уже там есть. Правильно, да. Правильно делаешь. То есть у него, потому что очень мощная именно вот прям, ну, как бы доставка, проникновение очень мощное. И он будет работать. Очень, да, ну и после намерения подключается, это все ощущение, запрос. Чтобы это было. Потому что он прям включает, он прям заводит, он работает на уровне даже биологии, вот я же чувствую прям все эфирные поля, как они реагируют.
Причем отторжения от этого препарата нет. Ну вот я вот его держу, да, вот такого отторжения нет от препарата. Но он очень хорошо считывается, его мощь, его сила. Вибрации, правда, очень мощная вибрация. То есть мне сейчас захотелось просто вот как-то вот его взять и там, не знаю, поизучать, посмотреть. Ну, во всяком случае, может быть, это не для всех, может быть, все индивидуально, но во всяком случае у меня появился очень такой вот большой интерес к этому препарату. Вот штука, короче, хорошая, да? Да.